Хамшурба – таджикский сырой суп, чем-то напоминающий шурпу. Сырой, потому что ингредиенты добавляются в суп сырыми, не обжаренными. От этого блюдо становится менее калорийным, но не менее вкусным. Этот традиционный таджикский суп не только очень вкусный, но и полезный, так как все овощи кладутся в суп сырыми, ничего не обжаривается, именно поэтому есть его можно даже детям. Готовится очень просто, без особых хлопот, справится даже начинающая хозяйка. Заходите, и я расскажу вам, как приготовить хамшурба. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. В кастрюлю сложите мясо и морковь, очищенную и нарезанную крупными кусками, залейте холодной водой, добавьте оливковое масло и оставьте вариться минут 30 на среднем огне, регулярно снимая пену. Нарежьте репчатый лук полукольцами, добавьте в суп. Добавьте нарезанные кубиками помидоры, перец, чеснок, лавровый лист, не забудьте посолить. Проварите 10 минут, добавьте нарезанный кубиками картофель, варите до его готовности. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. В тарелке выложите мясо, овощи, долейте бульон, посыпьте рубленой зеленью и молотым перцем. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Ингредиенты. Баранина на ребрах, 500 грамм. Морковь, 1 штука. Лук репчатый, 2 штуки. Картофель, 2 штуки. Помидор, 2 штуки. Перец сладкий, 1 штука. Лавровый лист, 1 штука. Чеснок, 4 зубчика. Соль, по вкусу. Масло оливковое, 1 столовая ложка. Количество порций, 4. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Буду скучать без вас.